В гражданском браке 20 лет, от совместного проживания есть дочь. О, супер. Это мужчина ушел другой тоже. Молодец. Дочь живет со мной. После разрыва отношений он стал сочинять про меня всякое вранье. А что вы слушаете? А что вы уши развесили? Оно вам надо? А вы как прямо человек, которому нужно найти прямо вот все факторы пессимизма. И тот, кто вам говорит тоже, зачем вам говорит, чтобы вас что, нажушкать против этого человека? Человек живет с другой и рассказывает о вас. Кто вам это рассказывает? Зачем оно вам нужно? Говорите, сам идиот, пошел в собор Парижской Богоматери, под раздачу гадостей попала и дочь. Уже 2 года прошло, он все никак не может успокоиться. А вы 2 года ходите к тетке, которая вам это рассказывает и с вас деньги берет. Люди, откройте свои... Что вам нечем заниматься, ищите другого мужчины, занимайтесь дочерью. Что за маразм? Складывается ощущение, что я совсем не знала этого человека. Конечно, не знали. Может ребенка уберечь от нападок отца? Не заморачивайтесь. Что вы себе напридумывали? Никаких нападок нет. Просматриваю вашу ситуацию. Вы его не доставайте, и он вас не достает. Не слушайте никого. Все это выдумки. На вас зарабатывают деньги мошенники. Не думайте ни от чего, не защищайтесь. Нету ничего такого. Портите жизнь себе в итоге и своего ребенка. Зачем вы это делаете? Мне лично непонятно вообще. Зачем непонятно? 2 года прошло, 1000 раз надо забыть. Человек ходит, а вас рассказывает, кому вы нафиг нужны.